Здравствуйте вам, дорогие друзья, передача «Все свои», и мы снова сегодня в гостях, и в гостях у замечательной семьи, семья Хохолко, Дмитрий, Светлана, Антон, Люба и Лиза. Они радушно открыли двери своего дома, и сегодня вместе с ними мы будем разговаривать о их семейных традициях, о их рождественских традициях. Мы вместе будем наряжать елку, и еще будет у нас небольшой сюрприз, насколько я понимаю. Да? Ну, во-первых, здравствуйте вам. Здравствуйте. Ну что, вначале у нас елочка, да? Ну, вперед, давайте тогда будем украшать елочку. У кого-то есть любимые игрушки, да? У кого-то? Или нету? У меня есть любимая игрушка. Давайте, мама показывает ёлочка. Любимую игрушку. Ой, не елочка, а где? Это любимая? Да. Да. Их у нас несколько, но вот этот. А у Лизы? Вот. О, звездочка. Так, ну ее надо папа, да? Пик, да, конечно, пик. Только пик. Папа дотянется. Да. Папа дотянется. Вот так. Опа. Здорово. О. Смотрите, какой у меня шарик. Давай, давай сюда повесь. Здоровский шарик. Вот сюда давай. Сосульку. Ага. Сосульку давай вешай, куда хочешь, туда и вешай. Да, мы сейчас быстро. Вам доверю. Благодарю тебя, Антон. Дайте мне, Антоша, мишуру немножко. Вот, я. Скажите, а у вас как традиционно? Вы вместе елку наряжаете? Да, или обязательно. Это... Обязательно. Серьезно? Да. Или это обычно это как-то... Это неинтересно. Все наряжают вместе, мама потом поправляет. Не, ну это может быть, конечно, да, это может быть. Бывает? Да. Ну я даже не представляю, например, чтобы мне прийти, например, просто одному украсить елку, например, да, одному, ну это неинтересно совсем. Ну конечно. Это радость такая. Дети не дадут. Каждый год, когда достается елка, достаются лампочки, вот эти все гирлянды опять. И все, красота приходит. Это настоящий праздник. Есть у вас какие-то рождественские традиции такие? Вот помимо того, что вы вместе украшаете елку, что вы еще делаете? Вообще на Рождество мы всегда, у нас как, ну, мы ходим в церковь тоже, так. Да, и на Рождество у нас такие традиции проводятся рождественские встречи. Ага. Это когда в нашем объединении устраивается праздник для детей. Как правило, это ну, в середине декабря, вот в эту субботу мы поедем. Ага. Вот, и там для детей представление будет специально, подарки. Но дети этого ждут. Они еще маленькие, правда, у нас там не совсем понимают, да. Ну вот, едем туда в субботу. Для них просто все красиво, громко и подарки. Да, подарки. А еще, вот. А еще мы каждый год, как раз в конце года, под Рождество, мы встречаемся с друзьями, устраиваем такой вечер при свечах. Как когда... называется, по-моему, даже как-то название. Ну да, да. Хюгге есть такое название. Вот, по-моему, да, нет, это как бы итог. То есть... Candle Survive. А, это вообще, да. Это другое. Хюгге, это когда просто можно собраться и вместе вот, свечи как раз посидеть. Такое, Нет, как раз, ну, немножко другое значение. Ты зажигая, каждый зажигает свечу и вспоминает вообще, что произошло за этот год и благодарит вообще Бога. О, здорово. Каждый зажигает свечку, зато... в общем, и говорит, да, что я добавлю в свет. Вот, и говорит, что в этом году там самое вот у меня вот Бог, он сделал такое, и зажигает свечку. Да-да-да. Вот. И потом ты вот благодаришь Бога за что-то, такое одно самое глобальное. Вот, и также потом просишь что-то одно глобальное такое, чтобы он сделал в следующем году. Ух ты, здорово. Как молитва. Такая, как на молитва. Самом деле у нас такое вот принято. У нас есть много домашних групп наших. Да. Вот мы собираемся прямо перед Новым годом, перед Рождеством. Ну, здорово. Круто. И давно вы так делаете уже? Да, еще, наверное, лет 5. Еще мы не были женаты. Лет 5, наверное, да. И каждый год? Да. Такую, ну, такая традиция, то есть что-то готовим вкусненько. Ну, понятно. То есть вы просто либо у вас, либо кому-то в гости вы едете, да? Да. Ну, в общем, мы любим это делать, когда там сейчас готовить, кушать все вместе с семьями. Там, ну, это слушайте, ну уже вы так рассказываете, уже такое ощущение тепла, такого доброты какой-то в этом есть. Да. Здорово. Здорово.
елочка готова. Итак, у нас впереди еще есть какой-то сюрприз. Светлана, вы говорили, что мы что-то будем еще делать. Да, у нас есть в семье такая традиция. Под Рождество мы готовим наш особый рождественский лимонный пирог. И сейчас мы с девочками сделаем его вместе. Пойдем готовить вместе. Пойдемте готовить пирог. Пойдемте. Ну, пошли. А вы рассказывали, что мы готовим-то вообще? Нет, пока мы не рассказывали. Да? Ну, расскажите. Расскажите. Мы готовим наш рождественский торт. Так. Поскольку мы очень любим такую солнечную страну Италию, угу. Итальянский торт? То мы очень часто, да, прибегаем к рецептам итальянской кухни. И есть такой вот у них торт. Молодец, дай я попробую. Что маленький? Дай маленький кусочек. Да. Не надо, вот сюда давай. Это еще пока помешаем. Не... Чуть-чуть помешай здесь. Давай, ты чуть-чуть держи. Помешаешь. И это итальянский рождественский пирог у нас. С шоколадным тестом и с лимонным кремом. Да, девочки? Отлично. Теперь... А как называется? Называется в оригинале пицца дольче аль какао. Вот так. А мы его просто зовем наш рождественский пирог. Сможешь повторить? Лимонный. Пицца дольче аль какао. Какая это? Вот так вот. Рождественский пирог. Да? Рождественский пирог. Доченька. Хорошо, рождественский пирог. Доченька, вот тебе ложка. Положи, пожалуйста, муку. Давай. Положи, пожалуйста, муку. Положи. Нет, вот, давай, смотри, мука. Оп. Отлично. Не, ножичек. Вот так. Ножичек мы вот так вот здесь положим оставим. Положим муку. Аккуратно. Так. Помощницы. Mm-hmm. Помощницы, они всегда мне помогают. Аккуратно. Вот вы так. Часто вместе готовите? Мы всегда, если какая-то выпечка или там блинчики даже жарим, так. Они всегда мне помогают. Мы всегда готовим втроем. Им очень нравится высыпать муку. Давай. Само собой. Кто не любит высыпать муку? Да. Конечно, потом... Приходится нам прибираться. Убираться, да, очень активно. Но на самом деле и прибираться они мне тоже помогают. Да? Теперь что мы делаем? Кто яичко кокнет? Кок. Я. Да? Давай. Ну так их два. Я так понимаю, что можно. Давай, вот так. Как мы? Опля. Оп. Вот так. Как мама ловко перехватила да. муку. Я ж так. Мы делаем вот так. Оп. Оп. Есть. Можно. Оп. О. Отлично. Опа. Добавлю. Давайте. Муки. Давайте. Еще надо. Еще прям совсем еще. Еще. Хорошо. Еще так еще. У нас сейчас такая получится вкуснятина. Смотрите, какие мамы. О. Да ладная мама. И ты тоже шоколадная. И шоколадная дочка, смотрите-ка. Света, что связано с Италией? Почему? Ты итальянский язык учила? Итальянскую культуру? Я преподаю итальянский. Серьезно? Я жила в Италии. Записывайтесь на курсы. Да. Почти 5 лет жила в Италии, учила итальянский в Милане. Учила итальянский в Милане. Звучит-то как, вот почему здесь. Я смотрю, здесь просто сразу вот Колизей бросается в глаза в первую очередь. Сразу Рим. Итальянские мотивы, они в нашей семье, в общем, довольно... Постоянно. Сильны, да. Ты еще бы, может, на итальянском скажешь, что-то сегодня такое? На итальянском мы можем поздравить наших зрителей с Рождеством. Да. Точно. Да, вот мы обязательно это сделаем. Слушайте, ну как здорово. А вы преподаете итальянские курсы какие-то? Да, курсы. Какая прелесть. Сейчас, конечно. У меня мечта открыть свою школу итальянского языка. Ну. Потихоньку. Так дело за малым. Потихоньку, да, иду к этому. Но, конечно, детки... Вносят свои коррективы. Да, вносят свои коррективы. Да, в время, школу. В мой распорядок дня, поэтому немножко, конечно, так медленно все идет. Но, тем не менее, все получится. Да, дети? Си. Си? Мне говорят, чао-чао, да? Да. Чао-чао. 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 Аморе.
У нас есть любимый фильм. «Римские каникулы»? Христианский фильм называется, если по-русски, «Я предпочитаю рай». Так. «Префриско ль парадисо» на итальянском. «Префриско ль парадисо», да. Это такой семейный наш любимый фильм. У нас и сын его очень любит. Мы его пересматриваем несколько раз. Там есть вот песня именно одноименная «Я предпочитаю рай». Она идет на итальянском, я ее перевела на русский. Вот, и мы поем. Дима почти выучил и на итальянском. Обычно я пою на итальянском, а он поет на русском. Да. Объединение культур такое получается. Да. Слушайте, ну здорово. Мне прям всегда было интересно. Это же прикольно может получиться. Если вы дома частично будете разговаривать на итальянском языке, то вот эти две очаровательные малышки смогут просто потом разговаривать как на своем, и на русском, и на итальянском. С сыном я больше тоже разговариваю. Да, Антон тоже? Маленький. Антон, да, Антон может как бы говорить фразы, он не говорит отдельные слова, но фразы целиком он понимает. То есть пойди туда, сделай то, он идет и делает, он понимает. Слушайте, здорово. Здорово. Когда вы поженились, было такое, что вы вот как-то синтезировались ваши традиции или какие-то привычки, как вы привыкли там праздники отмечать, там тоже Рождество, например. И кто вообще больше повлиял на это? Свет, спаси меня, ответь на этот вопрос. Про синтез, вот как? Ну, мы как-то старались вместе вот с самого начала. У нас не было такого, что вот у меня такие традиции, а у меня такие. Мы вместе вдвоем старались как-то вот синтезировать общие традиции с самого начала. Я добавлю, вы знаете, что одно из, вот, когда я понял, что это моя жена, так. когда я увидел, что это милая, замечательная, хрупкая, красивая девушка, она ест все. То есть, знаете, обычно, ну, ты где-то ты видишь девушек, да, которые там... Салатик аккуратненько. Вот там, ну, он сядет, вот, но это может быть маска, да, на самом деле, да, вот, потому что женщина не себя преподносит. Моя любимая, она просто ела все. Она ела все в простоте, спокойно. Слушай, Дмитрий, ну, глядя на твое лицо, ты был просто счастлив. Я когда, помню, мы пришли домой, и моя мама приготовила борщ. Ну, так. Вот, мы еще не были женаты. Я просто влюбился в нее, когда она ела вот так вот со сметаной этот борщ. Ну, вот такую вот тарелищину. Вот. Я сидел, я просто понимал, вот. Вот. Где же ты ходила вот столько лет? Моя любовь, вот она, вот. Но сразу все, сомнений не было, она. Да? Да. Скажите, а наверняка у вас были какие-то... Ну, вам есть чем поделиться какими-то чудесами, что у вас происходило? Вообще было бы, конечно, здорово, если бы вы рассказали про чудеса, которые происходили под Рождество или в Рождество, и это вот так вот связано, чтобы было. Вот. Но в любом случае, я знаю, что у каждого верующего человека есть обязательно такие свидетельства, есть такие моменты, которыми можно делиться, и ты понимаешь, что это просто чудо прямо было по-настоящему. Слушайте, ну само чудо, что мы встретились, да? Само чудо. Это было, конечно, не как прямо... Как раз под Рождество. Это было, да, вот примерно вот в этих числах. Потому что это было чудо по-настоящему. Когда я увидел эту прекрасную девушку, и...
И когда я понял, что это моя жена, это уже чудо было. Вот, потому что я вот рассказывал уже, да, что я на тот момент, это было 5 лет назад, ну, я работал дворником, представьте, дворником. Ну, то есть было много служений в церкви. Вот, и ну, мне удобно было работать дворником, потому что до 12 часов, а потом ты свободен, ты можешь все служить, поэтому вот. Вот. А Света пришла, мы должны были ехать служить там, в тюремное служение. Так. То есть такое служение, где люди, они освобождаются, сидят длительные сроки, и потом они не знают, что им делать, и вот адаптационно. Адаптация, так, адаптация, да. И мы должны были ехать туда, да. Там, прославлять Бога, там, свидетельствовать этим людям. Ну. И вот на тот момент мы собрались в одном месте, чтобы уже туда ехать, и вот пришла Света случайно. Так. Вот. Чтобы попросить, ну, она знала, что есть такое место, где помогает людям зависимым. Ага. Она попросить за своего соседа, который, ну, алкоголь, алкозависим, там, наркозависим. Вот, она пришла за него просить, в общем, ну, вот. И так получилось, что один пастырь, который был с ним священник, он подошел ко мне и сказал, что, ты знаешь, вот, хочешь верить, хочешь нет, вот, вот у меня на сердце, что это Бог тебе жену привел. И пошел. Хорошее слово такое, да? Пошел, вот, и... Сказал и ушел. Представьте, и ушел, а я, ну, вот, остался с этим... А, ну вот, ну это чудо. Я подошел к ней, говорю, слушай, так со властью, я говорю, знаешь, кусочек. Дай мне сюда телефон твой. Вот, вот, просто прямо так со властью. А, значит, в воскресенье ты приходишь на служение, в понедельник ты ходишь на домашнюю группу. А, ну вот, ну с такой властью. Кстати, она дает телефон, она приходит на служение, она приходит на домашнюю группу, и вот так все закрутилось, что уже через год мы уже и поженились. Да. Ну это самое большое чудо, прямо чудо, как да. Так. Да, чудес как много. Так случилось. Ну, вот, чудес много в нашей семье, особенно. То есть, я думаю, что не проходит недели даже, ну, если там не бывает чудес у нас. Однажды идем с ней, просто тоже под Рождество. Идем, и я говорю, Свет, слушай, я так хочу пальто. Я так хочу пальто. Ну, понимаю, то пальто, которое я хочу, оно очень дорого стоит. Ну вот, и мы с ней идем просто, и такое настроение, ну, пальто хочется, и все. Понимаете, вот, ну вот, идем просто вот здесь, возле нашего дома, представьте, на скамейке, я смотрю, какой-то темный силуэт такой на скамеечке. Я подхожу, смотрю, ну, беру пальто. Ну, вот, так. Такое, ну, причем я вот всю жизнь мечтал такое вельветовое, из-за того, что такой нежный материал был, вельветовое. Ну, думаю, да нет, думаю, ну, какое-то, может быть, знаете, ну, старое, что-то, смотрю, новое пальто, абсолютно. Думаю, да нет, ну, у меня размер большой, 56, думаю, да нет, ну, какой-то размер маленький, смотрю, 56 размер. Ну вот, думаю, да нет, какой-то, ну, думаю, может, выкинули просто. А смотрю, написано Жан Франко Ферре. То есть это одна из крупных фирм. Ну вот, я его просто так беру, смотрю, абсолютно новый, ну, в общем, новое пальто. Я просто беру его, примеряю вот так на себя. Ну вот, у меня Света, значит, в обморок не упала. Кстати, мы вот, ну, идем, рассуждаем, но я игру просто свое сердце. Что я бы так хотел пальто. Ну, идем с магазина, идем с мы искали пальто, ну, которое бы понравилось. Очень дорого то, что мне нравится. Ну, очень дорого, ну я не позволю себе сейчас. Ну вот, и вдруг просто то, что в моем сердце, писается, то есть, ну вот это чудо. Вот, на самом деле, и вот все, это, да. Я на пальто, оно у меня висит, вот, ну, и это напоминание такое, что Бог заботится, даже в мелочах. Он настолько вот, ну, писайте, вот, кому скажи, я рассказывал на работе, все, мне никто не верил, ну, что такое может быть, что... Вообще, ну, это прям чудо. Да, и ну, такие чудеса у нас бывают часто. Здорово. Вот. И не только по Рождеству. Вы знаете, мы пришли к вам не с пустыми руками. Конечно же, у нас для вас есть подарок от телеканала ТБН. Вот такая замечательная елочная игрушка. Это рождественский вертеп. Здесь Мария, Иосиф, младенец Иисус. И самый приятный, наверное, интересный момент в том, что это игрушка сделана из настоящего оливкового дерева. Вот это для вас. Повесьте на вашу елочку замечательную. И будете вспоминать о телеканале ТБН, что мы были у вас в гостях. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, мы вам тоже хотим подарить эту замечательную елочку. О! Чтобы... С наступающими вас. Здорово, спасибо. Я торжественно обещаю, что мы поставим ее под елочку на студии. Угу. Вот, и она будет украшать нашу рождественскую елку на телеканале ТБН. Ну что, спасибо вам большое. Спасибо за ваше большое любящее сердце, за ваше гостеприимство. Друзья мои, это была программа «Все свои». Сегодня «Все свои» были в семье Хохолко. Мы поздравляем вас с наступающими рождественскими праздниками. Верьте в чудеса, как сказал Дмитрий, и они обязательно будут происходить.